ближайший, это «Злотый тур», соответственно. После «Злотого тура» я буду готовиться на Россию. На «Золотом туре» я буду бороться в категории свыше 105, так как я уже весом свыше, больше 110 весом. И мне тяжело будет 105 согнать, я буду бороться в плюсе. Ну, что будет, то будет. Но, опять же, приехать, посмотреть на все это вживую намного интереснее, нежели по телевизору. Любые соревнования, даже какие-то мелкие, там, крупные соревнования, из каждого соревнования все на опыт берешь. Допустим, 15 лет я уже в спорте, и после каждых соревнований я прихожу в зал, после уже соревнований делаю какие-то выводы. Чего не хватает, как лучше пойти, как вот потехничнее сделать. Это все с годами все равно липнет и липнет к тебе. Соответственно, через многие годы уже становишься мудрее, и можно и кому-то посоветовать, и самому покачественнее, почище сделать. Я чувствую, что я, если бы пальцы держали бы, я... Смотри, тебе сейчас вот объясню. Ты же борешься с такого положения, а ты начинаешь, ты закручиваешь, и ты начинаешь дальше тянуть. Ты так привыкнешь бороться, что так неудобно будет стоять, как будто только на так стоять, с такого положения.